эфирбісату размова з вами Віта цыганкоў. падзеі жніўня і верасня надзілі такі афарызм хто не сидзел той не беларус. Але сярод тысячаў затрыманых ёсць і даволі унікальныя незвычайныя выпадкі. Пра адзін з іх раскажа наш сённяшні герой гэта подпалковнік міліцыі на момант затрывання супрацоўнік міністэрства юстыцыі александр Еерофеев добрый деньравецца. Ну, давайте с этой пошнем расскажите, что отбылось 11 жнивня, как вы потрапили на Кристина. Ну, я вас позволю себе поправить не Кристина, я попал в советский РУВД. Значит, ну, день, день как день, день сурка, что называется. Утром дорога на работу, вечером дорога с работы. Я... В общем-то, с, начиная с понедельника, после выборов, э, с работы стали отпускать на час раньше. В 17 часов, а не 18. Значит, в 17 часов я вышел с улицы коллекторная, 10. С Министерства юстиции. С министерства юстиции, да. И шел своим обычным маршрутом: э, Немига, Зыбицкая, Журавинка, Парк Марата Козея, Красная. Ну, конечный пункт Комаровка. Комаровский рынок, скажем так. Ну, я как бы иду наслаждаюсь жизнью, светит солнышко, поют птички, как бы, ну, я, ну, стараюсь, как бы, получать от всего удовольствие. Ну, кто его знает, сколько жить-то осталось. И подлетают трое, один, как бы, подсекает, двое меня ловят за руки, заламывают руки за спину. Ну, я носом, что называется, пошу асфальт. Я спрашиваю, что, за что, объясните. Получаю удар в пах ногой. Дальше меня передают группе, наверное, человек, их там было 6-8, они начинают меня пихать друг к другу друг к другу, пинать ногами, бить дубинками. Дальше меня просто толкают на борт автобуса, да, у них там автобус стоял, дальше продолжают наносить удары дубинками. Я давайте вас перепеню. Просто мне интересно, в некий момент вы могли сказать, и вы сказали им, что вы подполковник милиции. Был Знаете, такой момент. Такого момента не было. Почему? Вы не подумали, что это может вам нечем допомочь? Типа вы были таким шоком, что просто не пришло в эту голову. Здесь, понимаете, я вот с кем не беседую, все мне говорят, что они не были накачаны каким-то медицинским препаратом. Но вы знаете, когда я видел эти глаза, я, может быть, скажу глупость, но у них зрачки, у них зрачки были больше глаз. Я спросил несколько раз, за что, объясните, за что. Все, дальше я замолк. Я просто принимал удары. Ну, смысл спрашивать у людей... И представляться, ну как бы я офицер, и чего я буду перед этой мразью как бы унижать свое, скажем так, офицерское достоинство. Ну и далее вас привезли. Дальше Урал. меня кинули, стянули руки, забрали все вещи, стянули руки металлической, этой пластмассовой строительной стяжкой за спиной, кинули в автобус. Там я пролежал, ну, наверное, часа 3-4. Ну там мне как бы компанию составили девушки, сотрудник э, службы безопасности Мида. Ну, тоже как бы шел его, как бы ко мне туда потом закинули. Я не знаю, куда, что, за что, как бы. Вот. Дальше нас загрузили в отдельный транспорт, повозили по городу, выгрузили. Я сначала подумал, когда нас привезли в советский РУВД, советское РУВД, так, наверное, более правильно, что это просто какой-то двор, ну какие-то ворота стоят. Я думаю, ну сейчас отмолотят и как бы выгонят. Нет, поставили к стенке, разули, раздели. Ну, у кого были шнурки, как бы забрали шнурки. Ну, типа, наверное, думали, что люди хотят повеситься здесь. Я, я вот этого смысла не понял. Зачем забирать у людей шнурки? Ну, загадка. Ну, и так я провел, в общем-то, всю ночь. Часа в четыре. А нет, еще вернусь немножко раньше. Где-то... Ну, часов у меня не было. Я как бы могу говорить приблизительно, значит, наверное... Ну, короче, когда было темно, нас повели на фото-видеофиксацию. Это как профиль, ванфас, как бы этот стоит, измеритель роста. Вот. И ну, пофотографировали, спросили, кто что... Ну вот, там спытали и якобы отраговали на то, ну, вы что вы сотрудник Министерства юстиции. Я сказал, что я пенсионер. Назвал свое звание. Ну, после этого, как бы меня стали называть старый седой, следует слово на букву П, полковник. Ну, повысили, четка. Дальше постояли, вынесли стол посреди вот этого двора, протокол подписывать. Ну, я говорю, дайте почитать. Ударили. Я говорю, я не буду подписывать. Давай, давай. Я говорю, ну, скажите хотя бы в двух словах, что там написано. несанкционированной акции я говорю люди нет я так не сказал я говорю простите это не то слово посмотрите мою геолокацию Ах ты старый седой полковник блин слишком ты умный скажите как вот этих вот существ можно называть Ну, вот про гэта якраз і хотелось бы таксама паговорыць. Вы доўгі час працавалі у сістэме Мміністэрства трансправаў то, што адбылося не толькі з вами, але з усёй краінай і ў жніўні працягвае адбывацца цяпер Для вас, што было нечаканасцю, вы в нейкіх іншых сферах працавалі,дзе былі нармальныя люди і то што рабілі амоновцы і іншыя, гэта для вас было як з нейкага іншага свету. Зна. Знаете... Если возвращаться к 1994 году, я пытался тогда убедить. Ну, у меня тогда еще дедушка бабушка были живы, отец был жив. Я говорю, неужели вы не видите, кем вы восхищаетесь? Майца на вазе тадышным кандидатом Александром Лукашенко на что мне все как бы в один голос говорили, что я ничего не понимаю в жизни. Из-за этого у меня с отцом произошел конфликт. Пусть он меня сейчас простит, если может. Я с ним два года не общался. Вот. Потом, понимаете, пошли какие-то такие процессы в системе, когда приходит, понимаете, с вышестоящей организации, вот особенно 96-й, 98 год, 2000-й, приходят документы, понимаете, я их читаю, я, я не понимаю, что там написано, чего как бы хотят. Ну, эти приказы там, какие-нибудь распоряжения. Я ну, уже начал как бы относить это за счет собственного слабоумия. Ну, блин, ну, думаю, может, уже это пора. Я просто хочу докладнить, как наши глядачи видели, подвожу. что вы э, працевали и в системе МУС, и в Министерстве юстиции на таких, ну, скажем, посадах техничных, где занимались э, э, да, компьютерами, техникой. Да, 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 проводной вы, скажем... связью, с <связь да, сетями да, да. передачи данных, всем этим, да, занималась. Ну, просто, ну... Так вот, как министерство поставилось до вашего затримания, вот после того, как вы трошки очуняли, после того, как вы залечили, на кольке там Ахчима раны, какие там все, отримали, вы пришли все министерство, немножко, все и все немножко что было, было по-другому. Понимаете? Я, когда отстоял вот эти 19 часов в советском РУВД, когда я, ну, я улыбался, я спросил, когда мне отдавали документы, где счет за ваш Хилтон, ребята? Так сказали? Я, я так и спрашивал. Ну, вы понимаете, какое-то уже... Ну, я спросил в 7 часов утра, когда, когда будет кормить, когда будут. Я вышел. Это все, наверное, риторика. Повернул налево, еще раз налево. И здесь у меня я просто начал тупо рыдать. Представляете, идет старый седой дед, блин, и рыдает. Ко мне люди подходят. Я сказать не могу. Потом как бы я начинаю отвечать на звонки. Когда я посмотрел на свой телефон, ну он у меня весь вот этот список, он ну красный, наверное, был, ну пропущенные вызовы. Он звонил, наверное, ну я как бы сказал, что я где-то в 5 часов выхожу домой и как бы выпадаю из жизни. Но я проплакался. Я думаю, как раз и, и как-то я вот шел, шел и попадаю я на комаровку. И блин, думаю. Что-то вот домой меня как бы не повели ноги. Они меня повели на коллекторную 10, Минюст. Я прихожу туда. Ну, вы понимаете, у меня после слез, после отчаяния наступил какой-то такой момент расшучести. деятельности на, на хабство да. расшучести. Ну, вот это такие, ну, я ну, не скажу, что это отчаяние. Нет, я сразу пришел, я записался на прием к министру по личному вопросу. Прошу обратить внимание, что это было до 12 часов дня. То есть рабочий день начинается в 9 часов, а прогул человеку ставится, если он отсутствует на работе, больше трех часов. Я записался на прием к министру. Ну, понимаете, глаза у меня зареванные. Я как бы, ну, прихрамывающий. Ну, хотя, вы знаете, я даже не, не догадывался о том, что у меня как бы что-то сломано ну, вступать было больно. Здесь горит, спина горит, ну, ну, как бы, наверное, на адреналине. Министр выслушал меня. Дальше он мне говорит, я в эти бредни не верю. Ни за что у нас не сажают, да? ОМОН у нас просто так не задерживает. Значит, сегодня я Опускаю мои слова. Значит, сегодня это моя маленькая тайна. Значит, сегодня вы получаете прогул, завтра вы уволены по статье. Я написал заявление и пошел в поликлинику. Там меня полностью просветили. Говорят, у тебя это, лодыжка сломана. Ты говорит, или одеваешь гипс? Или мы говорит, тебе потом шуруп вкручиваем. Я говорю, давайте лучше оденем гипс. Вот. Дальше мне сказали, что по таким случаям это в общем-то тяжкие телесные повреждения уже. Ну у меня по я в общем-то синий был. Мы обязаны сообщать службу 102. Я говорю, ну давайте там пусть участковые приходят. Ну я как бы я первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы как бы меня избили. Просто тупо избили. Ну, я лежу в четверг, я лежу в пятницу, я лежу в субботу, в воскресенье. Никакой движухи нету. Я попросил, чтобы меня завезли в Следственный комитет Советского района. Ну, так как Советский РУВД, Советский район, И там я написал заявление давайте все же вернемся до гэтага стратэгічного пытання на вашу думку человека с таким досведам э, професійным Чаму вось гэта стало магчымым белеларусі такія ну скажем мягко паводзіны зверскія паводзіны супрацоўнікаў правоахоўных органах Хо хотя многія раз уже их так не называюць Ну вы прекрасно понимаете что как бы в жизни ніто не происходит просто так я не как бы смотря, ну, наблюдая, что ли, вот эту всю ситуацию. Ну, у меня появилась такая возможность наблюдать вот это все внутри. Сначала в системе МВД, потом в Минюсте. И у меня вот такое вот стойкое ощущение происходит, что вот умышленно каким-либо образом происходит вот это вот э оболванивание, что ли, вот этих вот э людей. Вот, ну, их как бы вот умышленно стараются вот но принудительно их заставляют деградировать. Кабьяны не думали, кабьяны не разважали. Они должны тупо действовать по определенному алгоритму и как бы не иметь своего мнения. То есть есть единое коллективное мнение и как бы задана генеральная линия, и все как бы движутся к светлому будущему. Ну а как, допустим, ну... Ну мне, например, уже я скажу больше, что вот где-то, наверное, последние полгода я уже с некоторыми сотрудниками просто ну, даже не мог здороваться, понимаете, как бы. Ну их такое вот, ну подлое, грязное. Это еще до до задержания, до выборов, до э, до всего, до этого я уже стал как бы задыхаться. І при этом некаторыя з іх як сведчаць і самі пацярпелы як сведчыць псіхолагі некаторыя з гэтых людзей балаклавах яны сапраўды самісе нуажам пераканалі іх пераканалі, што яны змагаюцца за нейкую добрую справу там за краіну што яны не думаеце зна у меня как бы вот сейчас есть еще одна такая вот уникальная возможность. Я каждое утро начинал в 5 часов утра с площадки воркаута у памятника Марата Козея. И по выходным мне приходилось иногда, иногда. Я старался избегать этих встреч, потому что я просто испытывал чувство омерзения, когда туда приходила арава малограмотных, ущербных воспитанников, богадельни для воспитания вот этого вот мусора. Слушатели Академии, вы не представляете, что это за люди. Они, во-первых, такое ощущение, что они как бы не моются. Они сквернословят, они плюются. Площадка для воркаута, представляете, она сделана, как я им говорил, для людей, а не для вас. На что мне как бы преподаватели говорили, блин, мы тоже люди. Я говорю, вы не люди, вы зомби. Если они меня видят, вы свое еще получите. вот ну, протэстоцы ўжо не крычаць в адрознен ад першых дзён міліцыя з народам паколькі Ого. гэта фраза ўжо скажем доказала сваю ну может быть недарэчнасць дадзенай сітуацыі але як по-вашаму менавіта з пункту обблинясіелавых структур можа скончыцца гэта противостаянне ці можа буць нейкі момант калі яны ну скажем пачнутьць по-іншаму па паводзіць ці просто ад іх нічого не залеацьць прыйдзе новая лада в той ці іншай ступені і яны просто буду служыць новой уладзе маю навазе гэтые словы там лукашэнкі э, лу, якія яны качалі лукашенко мы з вами там до да конца уже пачуўшы конец яны реальныя ці гэта просто так сказать было крикнута ну один как бы старается спастись от правасудия эти не хотят теряць свой достатак ну если на если наступят перемены, то я считаю, что, во-первых, от тех людей, которые находятся сейчас, ну, вы поймите, что здесь как бы, может быть, кому-то покажется, что это старческое брюзжание какое-то, но все-таки седьмой десяток идет. От этого надо избавляться. Это уже не поддается, не поддается никакому убеждению. Нет, там слишком глубоко все сидит. Вы, я как-то пытался поговорить со слушателем академии. Ну, блин, я им так вот прямо и говорил, ребята, у вас, наверное, при поступлении в академию этот моржичок вырезают, наверное, или или как. Что вы, что вы несете какой-то бред? Я говорю, вы уже ж на людей не похожи, вы как зомби. что зомбі делают ну, так можа быць э, ну рэформа ці інша слова перемены вы... у гэтых усіх сілавых структурах пасля скажемж таго як гэтая ўлада адыдзе і новая Беларусь будзе вырашаць гэтае пытанне які вы... рецепты у вас что вы понимаетеце пад рэформай ну мае навазе напрыклад на Ну, по неких новых правилах набирать ти что э, стым же омоном его просто распуститьці он э, э, принципе можно скоротить его в 35- разов э, выкинуть тых кто допустил злачинстве знаете я считаю что как бы здорово там ничего нет здесь только скальпель хирурга все Дзкую гостцем нашай сённяшняй размовы быў александр ерофею, падпалкоўнік міліцыі, былы супрацоўнік міністэрства юстыцыі. Напэўна, адна з самых цяжкіх праблемаў для новай Б белеларусі гэта будзе рэформа праваабарончых структураў, але мы верым што новая Беларусь дасць рады і гэтаму пытанню зваім быў Віаль цыганкоў заставайцеся з бісатам.